Дорогие уважаемые друзья, граждане России, на пороге новый 2018 год уходит. Конечно, этот праздник был приходит непростым, нам каждый но год. Но трудности, с которыми все равно мы столкнулись, мы воспринимаем его как новый, побудили добрый, открыть огромные резервы желания. Наших возможностей верим, для движения вперед. Что все загаданное в эти минуты, главное, мы верим все наши в себя, надежды, в свои силы, исполнится. В свою страну. Новый год у нас мы это работаем, прежде всего работаем семейный успешно, праздник. И у нас мы отмечаем его, получается. Как было в детстве. Хотел с бы искренне поблагодарить вас за победы и достижения. С особой теплотой. За понимание и доверие. Важных перемен. За настоящую, и сердечную заботу о России. В нашу жизнь. Если у нас огромная, нас уникальная будет помнить и прекрасная своих страна. Родителей. Нас беречь, объединяют общие заботы и общие радости. Каждую минуту, проведенную с ними. Объединяет давняя, если будем больше понимать своих детей, встречать их устремления и мечты. Семьи. С надеждой поддерживать на тех, самое лучшее. Кто рядом. Но не все сегодня нуждается в нашем участии и душе. Немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность добро, России. Наполняет работают жизнь на предприятиях и дежурят человеческим смыслом. Ведут поезда где и бы самолеты. Не находились. Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг. На мои праздничных улицах нас объединяет приподнятое новогоднее настроение. Дорогие друзья, а современные сейчас технологии мы позволяют разделить наши чувства московского с дорогими людьми, и как которые никогда могут находиться за сотни, ход времени. Тысячи километров. Чувствуем, как приближается как будущее. Мои особые поздравления такое всем, кто сейчас в эти работает, в выполняет чудесный, воинский всеми любимый или праздник. Профессиональный долг. А у него есть и свои секреты. Ведет самолет и каждый из нас в новогоднюю ночь мы вместе может стать немного волшебным. Прекрасную новогоднюю ночь. Для этого просто мы нужно вместе с любовью и, наших и благодарностью относиться дела. К родителям. Сплоченность, окружать дружба, внимание бескорыстная любовь детей, к России свою умножают семью, наши силы. Уважать для коллег достойных по поступков и высоких достижений. Дружбу. Хочу защищать сердечно правду поблагодарить и всех за веру в себя и в нашу тем, страну. Кто ждет за труд и его вот результат. И секрет. Пусть доверие и взаимопонимание все наши мечты, всегда сопутствуют чистые нам. Помыслы и добрые намерения. Дорогие пусть друзья, в каждом доме царят до наступления 2018 года пусть становится краше и привлекательнее дорогие нашему сердцу пришло время улицы, сказать города друг другу и поселки. Самые заветные мира слова. И процветание нашей общей простить великой ошибки, Родине, обиды, России. Обнять. Счастья вам и здоровья. Благополучие. Согреть заботы и внимание. С новым 2017 в жизни годом. Каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему. Чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас. Искренне желаю всем вам успехов и благополучия, мира и процветания нашей великой России, нашей любимый и единственный. Будьте счастливы! С праздником вас! С новым 2018 годом!